«Спарта НК-2» – молодая команда, которая только набирается опыта. Самые взрослые спортсменки всего 20 лет. В будущем кто-то из этих игроков войдет в основной состав «Спарты», а пока они матч от матча оттачивают свое мастерство. В чемпионате России «Суперлига-1» результат игры девочек нестабилен. В первом поединке с представительницами Ставрополя они потерпели поражение, но был у видновчанок второй шанс. Ставропольчанка, команда опытная, взрослая. Правда, двух игроков у них не было, они там травмированные. Вот. Но все равно с ними очень играть сложно, молодым игрокам, но зато они набираются опыта. И вчера, если этого опыта нам чуть-чуть не хватило в конце игры, то сегодня очень хорошо сыграли. Во втором матче со ставропольчанкой игроки «Спарты» НК усилили защиту. Это помогло сдержать напор гостей, а «Спартанкам» дало возможность заработать очки. Лидером по их количеству стала Вероника Павлюченко. Она принесла нашей команде 16 очков. Мы готовились ко второй игре, чтобы выиграть. Мы проделали работу над ошибками, было собрание, и вот результат. Молодец, победа! Результат более чем приличный – 88-73. Видновчанки обыграли гостей из Ставрополя на 15 очков. Болельщики ставропольчанки приняли поражение своей команды достойно. Концентрации не хватило, это первое. А второе, наверное, расслабленность определенная после вчерашнего выигрыша. Все равно это как бы, ну где-то, наверное, на уровне подсознания сказывается на игроках. Ну, в спорте спорт, особенно женский баскетбол, он всегда непредсказуем. Сейчас «Спарта» НК играет на выезде. Им предстоит посетить несколько городов. А в следующем месяце девушки снова выйдут на родной паркет. Матчи с московским МБА-2 состоятся 11 и 12 декабря. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.